Ржавая дверь, ведущая на заброшенную часть станции, которая была заперта еще в 40-х годах. Что-то крупное затевалось на улице Роско. Может, поэтому Алекс хотел встретиться со мной именно здесь. Так или иначе, я хотел узнать. Убегада! Дверь была заварена 100 лет назад, и в бомбе не было детонатора. Так, ребята, полиция едет сюда. Скоро здесь будут самые отборные. Все по плану. У нас свой выход. Вошли, вышли. Сделали дело. А ты, баты, вперед, солдаты. Сообщение прямо с места преступления. Кто это? Прямо за тобой. Это шеф отдела по борьбе с наркотиками. Вы должны немедленно прекратить всю свою деятельность и сдаться властям. Конечно, Джим. Мы с моими ребятами просто разговаривали. Можем обещать, что ничего подобного больше не произойдет. Что, черт побери, это было? Обвинение в ограблении банка не принесет мне чести. Грабители неплохо накрыли на стол. Ограбление банка наверняка связано с корпорацией Acer. Успех Acer постоянно обсуждается на всех каналах, и о них кричат обложки всех журналов. Грабители оставили свои инструменты на столе. Судя по детонатору, у ребят взрывчатки хватило бы, чтобы послать статус свободы на Луну. Thank you.
Стоять! Макс, черт, я чуть не лопнул от страха, чуть не пристрелил тебя. Алекс, рад тебя видеть. Что тут творится? Трупов больше, чем в морге. Вооруженное ограбление, банк Роско взяли через станционную стену, поэтому... Это банда Лупина. Это банда Лупина? Люди Лупина? Да ну. Они знали, что делают. Ты можешь пробраться? Нет, надо убираться отсюда. Если это Лупина, то... Алекс! Алекс! Поделать я ничего не мог. Он был труп. И смотрел обвиняюще стеклянными глазами. Давай свалим отсюда! Да все в порядке. Алекс не давал мне сойти с ума эти последние 3 года. Теперь даже я не знаю, что делать. Он вступил в крупную кучу дерьма, а потом наступил на ботинок Джеку Люпина.